64. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего!» Смотри, как он везде проповедует о своей силе, что он велик и может совершить то, чего желает. «Как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделалось известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы!» «Уже ли видели?» «Никак, — говорит. — Хотя мы блуждали и почитали иных богов, однако никогда не видели Бога, равного тебе. Когда ты совершал страшные дела нами неожиданные и не сходил, горы таяли от лица твоего». Милосердие бывает истинной помощью, особенно имеющим терпение, если не то часто, наверное, в последующее время. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Видишь ли, Он не безразлично идет навстречу ко всем, но только к творящим правду. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены?» Если по причине наших грехов ты желаешь воздавать нам наказание, то мы и заслуживаем этого. Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас. Ты устрашил нас и так отогнал, что мы не осмеливаемся более приступать к тебе. Это сказано не ради пророка, но ради народа. Следовало бы сказать лучше так. Так как он прогневался на нас, то мы совершили еще величайшее преступление. А потому он призвел нас и не заботится о нас. Все мы сделались как нечисты. И нет призывающего имя твое, который положил бы крепко держаться за тебя. Поэтому ты сокрыл от нас лицо твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, ты Отец наш. Мы — глина, а ты — образователь наш. И все мы — дело рук твоих. Не гневайся, Господи. То, что должно было сказать, пророк не осмелился утверждать, то есть Отец наш, а мы сыны. Для того, чтобы мудрою тщательностью обратить к себе попечение его, пророк и сказал: Господи, Отец наш ты. А для того, чтобы показать повиновение и почтение, он говорит: а мы же брение. Делай так, как ты желаешь. Потом слово обращает к храму, к святому месту. Города, святыни твои сделались пустыней, пустыней стал Сион, Иерусалим опустошен.